На Гран-при России по фигурному катанию в рамках 4-го этапа пришло время выступить Марии Ребровой, уроженке Костромы, которая сейчас представляет Москву и тренерскую группу Дениса Леушина. Под Моцарта кататься очень непросто. Под Моцарта непросто, но посмотрим, помогут ли домашние стены. Чуть-чуть, мне кажется, сейчас это видно, что и Денис Леушин, тренер Маши Ребровой, конечно, расстроен. Объясню, почему. При абсолютно кристально чистом катании, при таком прокате все-таки случилось. Ну, я всегда люблю говорить не ошибка, а помарочка. Помарочка на соло тройном прыжке. Давайте послушаем, может быть. А Денис любит. Может. Может. Но не сейчас, не в этот момент. Вот идеальный каскад. Просто я не знаю даже, что может быть лучше. Смотрите, пролет. Высота тройного лупа с тройной тулуп. Тинькофф, банк, которому доверяют уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. И вот здесь очень тяжелое отталкивание. Видите, нога аж подкосилась. Недокрут, но здесь очевидно. Недокрут, но спасла. Спасла Маша этот прыжок. И вновь повторюсь, что фигурное катание – это все-таки не просто презентация и хорошее катание. Это и техническая составляющая. И многие забывают о том, что есть определенные уровни на дорожках шагов, но также и на вращательных элементах. И здесь мы видим, что вот вторые и третьи уровни есть куда расти. Но более 30 миллионов просмотров.
набрал ее выход на лед в рамках ледникового периода «Дети». И это по-прежнему остается рекордом этого проекта. Что означает, не только техника важна в фигурном катании, но еще как ты сумеешь достучаться, дотянуться до зрительского сердца. Сейчас, судя по всему, Марии Ребровой удалось вновь покорить взыскательную публику. И несмотря на то, что вот этот самый недокрут на флипе не позволил ей показать максимальный балл, тем не менее, оценка будет очень достойной. Какие правильные слова говорит Денис Леушин. Все ищешь, который сезон. Да, вообще нравится комментировать спортсменов Леушина, потому что там всегда есть и что послушать. Две примерно одинаковые позиции с одинаковыми баллами показывают спортсменки Дениса Леушина. Мария Парамонова вторая, Реброва пока третья.